Продолжается дело. Вот я вынес всю эту байду на улицу. Это, кстати, мой сарай. Ну, думаю, вы понимаете, судя по качеству и по исполнению, откуда я. Да, курица вот хлопчет. Вот. Как видно, она неплохо держится даже на одном. То есть не 4 тут явно не потребуется. Второй уголок я тоже доработаю. И затем прикреплю. Вот. И также я думаю немного, ну вот видите, не совсем прям счет держится. И также я думаю вполне возможно, что придется дорабатывать саму деревяшку, потому что она, не скажу, что прям эстетично выглядит. Можно там будет подкрасить ее там. Вот. Но все довольно надежно. Вот, хотя сверло я надежно держится вот здесь вот. Но в патроне им будет очень легко вращаться. Так что вот так вот. Такие пирожки с котятами есть.